стадневочка, Сань, новая стадневочка. Новая стадневочка. Как нас много. Ладно. Здорово. 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 Так, значит, нашего Сереги не будет. Понятно, привет. 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 А, привет. Коля, привет. 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 Как нас много, привет. Так, кто еще? Сюда. Это любовь. Это любовь. Господи. Саня в очередной раз показывает уличную магию. Посмотрим, напомню, получится ли у него. Получится. Пожалуйста. Нам не видно, на рис работал. Напомню. Может, ты что-то не понимаешь. Да, вот, во-первых, на доктор не пойдешь. Понимаешь, что? Смотри. Встаешь как-то вот так, чуть подальше. Это для начала, знаешь. И потом. Вот чтобы не было. Старье ошибаешься, вот, и за это 75. Когда ты дошел качественно сюда, вот, вперед, доходишь до конечной точки, и сейчас пойдешь назад, в этот момент он все как можно быстрее потянуть, минимум вот до горла. Взрывное. Я с вами понятно. Не используй ноги, то есть чисто вот силы. То есть вот минимум до сюда. То есть вот ты берешь, подгибаешь ноги. Я просто не могу снимать и рассказывать сразу. Вот так, минимум. Поэтому. Вот он, вот ты потянулся вот до сюда. Чем быстрее ты потянешь, тем будет у тебя больше времени. Вот когда ты потянулся до сюда, здесь можно сделать рывок, именно взрывной силы, чтобы закинуть флажки. То есть для начала можно сделать вот так. То есть, видишь, ты вот, вот здесь делаешь взрывной рывок ногами и руками, закидываешь флажки и выжимаешь себя. Попробуй вот. Ну, то есть, оно не получится. Давай на этом. На этом или на том? На этом. Ну, или можно на том. Всё. Давай на том, если всё. Ой, извини. Ладно, давай. Не-не-не. На этом, вообще. Дайте дорогу. О. Вот, на этом, на этом, на этом. Ты можешь отойти назад? Может, да. Просто подойди, может, просто подойди. Видишь, куда касается? Вот, да, отойди так. Смотрите, а вот я скажу, когда подтягиваются, ты будешь подтягиваться вверх, попробуй взять себя. Главное, не изменить наоборот. Попробуй сейчас просто подтянуть, а потом я прочитаю мантру и попробую сделать 20 раз. Потом я прочитаю мантру, и ты снова попробуй. Смотри. Маленькая девочка на тебя смотрит. Я думаю. Да, такая пауза. 10 до 1 и обратно. Попробую. Нет, разгибаются на руки. Ну, вроде, да? Ну, немножко есть угол, да? Небольшой. Ток, попробуй совсем отпускать. Во. Во. Вот, сейчас да. Прям на видео будет видно. Четко. Уже шею начинаешь тянуть, то. Красавчик. Поэтому. Да нет, для наших, для наших подписчиков. Для наших подписчиков. Не, мы разминались там, мы не тренили еще. Я видел, вам тоже тяжело, что да. Ну, блин, я сделал 30 по серии, но это размер. Что, я сделал 30? Я видел твои 30. Последний видел? Блин, последний тяжело что-то, да, на самом деле, нет, последний что-то. Выспаться надо мне, ребят, реально. Будет лучше. Давай, чуть как треним? Как я. Делай, как я. Первое упражнение скажешь, может? Делай, как я, делай, как я. Там лишь одно упражнение, поэтому мы не будем это делать. Тренировка из одного. Я говорю, вам не понравится это упражнение. Колян будет тренить по-другому. Колян будет круто тренить. Вот спроси, да пофиг на Колян, давай, как ты будешь тренить? Все будут тренить, как Колян. Ты будешь тренить. Все будут тренить, как Коля? Щедрый, давай. Я маленький сердечко. Ты можешь упражнение сказать?
Я пошел делать. Что ты будешь делать, скажи? Упражнение. Какое? Какое упражнение? Ты можешь сказать? Мне хват надо третий, мне хват сдает на тридцатке. Что делать, Сань? Помогать себе. Ты должен помочь себе. Сам. Да. Держи себя в руках. Да. Серег, пошли. Он тебе сказал, что он будет делать? Да. Скажи нам. Александр сегодня предложил тренировку хвата. Хвата, да. Это очень она хорошо. Будет заключаться в следующем. Мы подходим к перекладине, делаем подтягивание. Подтягивание делаем на время, так сказать. То есть ты виснешь, делаешь одно подтягивание, возвращаешься в обратное положение, проходит 10 секунд, тебе говорят еще раз. Ты делаешь новое подтягивание, снова виснешь. Через 10 секунд тебе снова говорят. И так вот, пока не понял? Да, у тебя хватает сил. Я думаю, это можешь делать на самом деле всем все, вместе. Все, да, да. Ну, надо будет одного человека, который будет считать. Ну, у нас либо есть такие люди. Можно положиться на свой собственный. Кстати, нет, давай. Прикольно. Давайте все вместе, да. Вообще, где ваша синхронность? Ты все портишь, мальчик. И по телосложению полетишь, на свете подумал. Отуклился и спит. Еще не докормлен. Ну, мне кажется, он впадает в транс. Медитирует. Нет, это. Первый круг, и я повисел дальше Сани. Эй! Да. Круто? Круто. Ну и было. Я хотел, чтобы... А поскольку там не было интернета... Какая организация? Нам нужна организация, желательно ФСБ. Нет. О, Газпром. Хотя бы часть, ладно. Газпром. Да. Ну вы послушали Антона. Понимаете? Я вам в очередной раз говорю, не надо слушать Антона. В очередной раз. Не надо. Вспомните его тренировку по стойке. Вот не надо. А стойку ты научился делать? Стойку, да? Научился, да? Покажешь. Покажешь. Тебе стойку покажешь? Да, ты же сказал, ты умеешь. Разомняться надо будет. Разомнись. Да, я не разомнись. Камеру убери, я здесь. Мы уже 2 часа тренируемся, а он еще не разделся. Я вот, к примеру, я убери камеру. Ты понимаешь, что сейчас тебя Инесса стебет? Убери камеру, я сейчас разомнусь. Ребят, дожили, да? А вы помните первый сезон, как все начиналось? Инесса тренит себя от Саню. Куда катится мир? Ну как желал бы. Ну, в общем, молодец, да. Как так-то? Научился. Как так-то? Ты отжимаешься в ней, нет? Жалко. Не надо, Саня. А. Ходили по Суздали, погуляли, сели поужинать, вышли. И чуваки только возвращаются. Да, и чуваки, только те, которые 100 километров, они только на третий круг такие. О, нормально. Молодежь подключается, да. Это хорошо. Хорошо, что молодежь тоже тренер. Они курят по кустам там, да. И шурму с говядиной, как Коля, не ест пачками просто. Да. Хотя надо отдать дозу, что Коля похудел. Похудел, он просто крепкий. Он крепкий. У нас новая рубрика будет в видеоблоге «Минутка растяжки с Инессой».
Должно быть хоть что-то полезное. То есть это как бы просто будет реально минута времени, будет такая вставочка. Мы ведем наш репортаж остросюжетный. Очень остросюжетный. Без тебя они вообще никто. Так можно воровать из карманов, пока люди потягивают. Блин, чеши отсюда. Прям заходит. Давайте, давайте, парни. Опять 10. Только что уже было. Тоша, ты лучший. Это тяжесть. Ты поэтому так тренишь или это просто полноценный тренер? Полноценный тренер. Ну вот такая вот полноценная тренировка на трене хвата. Не очень долгая, может быть эффективная. Саня прочитал в какой-то книжке. Посмотрим, что она дает. Вот. Еще сейчас Колян расскажет другую треню. Для тех, кто не хочет тренить хват, кто хочет динамику и мышцы. Так. Ты сейчас подход делаешь? Да. Тогда Николян расскажет. Расскажи, что вы делаете. Мы делаем отжимания на брусьях. 5 подходов по 20 повторений. Отдых между подходами 2 минуты. Это первая серия. Итак, мы выполняем 3 серии. Между сериями отдых 10 минут. И то же самое ребята делали в подтягивании. Только по 15 повторений, да, в подходе. И то же самое будут делать в отжиманиях по сколько? 25. Мы еще не решили, мы еще подумаем над этим вопросом. Ну, тоже где-то, наверное, по 30-40 повторений. Потом пресс. Это вот тренинг для тех, кто хочет потренить динамику. Ну, в целом, вот такое вот видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, пишите вопросы. Не знаю, приходите к нам в нескучный сад. У нас тут весело и у нас тут тренинг. Поэтому будем рады всех видеть. Давайте, до встречи в следующих видео. Пока. У нас будет. Ты сейчас что-то делаешь? Да, я думаю, надо. Расслабься. Включи будет. А Саня не научил, да? Я не учу. Чтобы уйти. Ну, у тебя хорошо получается для человека, который учится. Пока. Пока. Давай, удачи. Удачи. Удачи вам. Тебя так, кстати, звать? А, блин, извиняюсь, мы когда пришел, познакомились. Это очень смешно. Ты сейчас что-то делаешь? Да, я думаю, надо. Расслабься. Включи будет. А Саня не научил, да? Я не учу. Чтобы уйти. Ну, у тебя хорошо получается для человека, который учится. Пока. Пока. Давай, удачи. Удачи. Удачи вам. Здесь так не вставишь, да? Тебя так, кстати, звать? Представляй, пожалуйста. А, блин. Извиняюсь, мы когда пришел, познакомились. Это очень смешно.